Здравия желаем, уважаемые зрители. Сегодня, значит, проводим эксперимент. Заряжаем ионисторы через инвертор и батарейку. Инвертор. Шнур, вот ионистор. То есть автономно делаем. Не через сеть, хотя сеть не потребляет, но сеть не везде есть. А тут батарейка, ионистор. И это. Инвертор, батарейка. Вот это вот. Розетка. Питание вот это вот, вот питание оно, вот, отключено, оно вот когда сюда вставляем, вот сюда, тогда работает. Так, значит, берем, что происходит. Вот у нас, значит, показывает 12.21 и возвращает 12.22, 12.21, 12.22. То есть энергия так же, как и в сети, возвращается обратно в батарейку таким же макаром. То есть не берется. Вот сейчас померим. Так, померим здесь. Здесь вот уже 6 почти. То есть заряжается. Единственное, что сам инвертор потребляет. Но опять-таки он потребляет, и так же через трансформатор потом это все отдается назад. Он немножко потребляет инвертор. А сама батарейка, сама зарядка ничего не потребляет, ноль потребляет. Но после того, как зарядим, в батарейке энергия вернется назад. Потому что энергия небольшая там, только на инвертор идет. А на зарядку энергия не идет. На этом заканчиваю.